И здорово, народ, с вами Хукатайм, полный состав в деле. Айк, Джон, Сим, Фил, я, Трёха. И сегодня мы снимаем интересный видосик. У нас будет мини-коленный баттл среди наших мастеров. Мы будем снимать выпуск низкие забивки против высоких забивок. Судить наш мини-баттл будет вот этот молодой человек, его все знают. Он расскажет, что ему понравилось больше, какие впечатления, что он думает о таких забивках. И пойдемте попробуем позабивать, покажем, что мы умеем. А что, какие условия? Да, стандартные условия, ОПГшка, один вид табака. И, собственно, три угля. Все, низкие забивки против высоких. А, давай одинаковый микс делаем. Да, давайте делать одинаковый микс. И посмотрим, как он раскроется лучше. Какая забивка будет интереснее, какая дольше прокурится, где будет ярче вкус, что будет дымнее и так далее. Тут и так вопрос далее. Это в стриме. Nexio надо акклиматизировать? Нет, Nexio не нужно акклиматизировать. Она идеально завода. Так что, ребята, собственно, приступим к забивочкам. Погнали. Ну что ж, ребят, начинаем наш конкурс, интерактивчик. Сегодня ребята будут мериться пиписьками между собой. У кого жирнее. У нас 4 ОПГшки и 2 микса. Один микс — это Кашмир Гуава, Крем Пич, Аргелини и Анзал по Масала Бомбей. Второй — это кола ванильная, френч ванилла, локуи и спайс чай. Сбиваем 2 микса. Одни ребята бьют овером, касание, вторые бьют с отступом. И посмотрим, как что будет куриться. Я сделаю объективный вывод. Скажем так, справедливо. Привет всем. Мы забиваем высокие забивочки. Против нас будут Трёха и Сим. Они будут забивать низко. Это Фил. Абсолютно одинаковые миксы. У нас будет 2 микса. Один на низких, другой на высоких забивках. Одинаковые чашки. Ну, все в равных условиях. Тут просто разница забивка. Все покажем, тут... все покажем. Потом покажем, почему мы лучше. Первый микс спайс-чай, ложка френч ванилла. Там что? Пропорция на усмотрение, а мы короче. Мы будем как с трибун фанатов кричать. Ууу, что это? Ууу, это кто так накладывает? Я бы сказал, кто так накладывает. Что это такое? В пуфике накладывает. Справедливо. Ну там как бы... Ты делаешь высоко, да? Да, я делаю высоко. Это будет вкусно? Я не думаю. Это будет дымно? Да, это будет дымно, но я думаю... А что по крепости? По крепости, я думаю, это будет где-то такой, типа, около шестерки. Даже пятерки. Ну, потому что тут ложкой крепость тяжело будет дотянуть чистую. Мы тут этот... Сережа, можете попросить? Я сейчас сразу жену снимусь. Короче, ну вкуснее в итоге это вряд ли будет. Ты сейчас снимешь. Я с Джерри. Просто накидываем это воздушника в чашку. Прям вот воздушника в чашку. Ты прям уверен, что это не будет гореть? Да. Что это будет вкусно? Ну, короче, столько табака должно хватить. Тише. Почему? Ну, выглядит это жирно. Нет, жирно выглядит какой-нибудь толстый. Да, вот этот, жирно будет выглядеть, если мы в итоге столько бабок кидаем. И нам даже не хватит одной этой. Аж одной. Ну, все это перемешаем. Опять-таки, не нарушая всю эту воздушность, которую мы накидали изначально. Ну, вот как-то вот так вот это должно выглядеть. Да, я чашку. Все, у тебя готово? Нет, еще не готово. Колодец? Обязательно колодец, чтобы не запороть тягу, потому что запороть тягу в такой забивке очень-очень просто. Чашка готова? Да, одна чашечка готова. Так, Михаил, настало твое время. Так, ну что, поехали? Дай петличку, Джон. Да, пожалуйста, бери. Так, ребят, мне достался микс Аргелини кремовый персик, Кашмир Гуава от Танжа и Бомбей Пан Масала от Авзала. В принципе, из этого мы не на канале миксов, а нет, мы на этом канале. Что-нибудь сложное забивать из этого тяжело, но попробуем сделать остро-ореховый персик, наверное. Что? Пропорции будут довольно-таки простые. Нам нужен максимально жирный табак. Я знаю, что Миша забивает. Нам нужен жирный персик, потому что если мы делаем в касание, мы делаем упор на насыщенность. Если мы делаем упор на насыщенность, нам нужно очень много сиропа. Возьмем где-то процентов 50-60 Creamy Peach, самого дна, самый жирный слой.
Возьмем чуть менее жирный слой пан-масала, где-то процентов, ну, 10-15. Не перебьет? Не, а мы положим это на дно, насыщенности много не будет. Трех показывал в одном из выпусков забивку с пан-масалой на мумии, она даст ореховость. Кашмир гуаву будем использовать, может быть, как остринку легкую, как специи. Ребята, извини, Миша, я тебя немножко перебью. Поскольку у нас такой сегодня необычный выпуск, мы еще параллельно ведем стрим, так сказать, бэкстейдж со съемок напрямую. Возможно, вы уже опоздали забрать чашку на халяву и получить скидку. Нет, еще скидку. Не опоздали, ребята. Нет, они же увидят позже. А, блин, точно. Опоздали, опоздали. Ладно, продолжаем. Отвечаем на вопросы. Возьмем кашмир гуавы, совсем чуть-чуть, процентов, я не знаю, 10 для легкой остринки. Так, скажи то, что ты не хочешь кашмир гуаву курить. Я ненавижу кашмир гуаву, поэтому ее надо замешать с... И Шкодин уже выехал. Крими пичем, с очень сочным крими пичем. До меня дошло, а почему вы пропорции сами выбираете, что когда они должны быть одинаковыми? Чувак, ну если ты выбираешь значит, это пошло не так, что микс по-разному подается, понимаешь? Разница. Че, умный, что ли, сам? Да. Ну ладно. Сбиваем это в касание. Это не обязательно оверпак. Джон делал прям овер-овер. Чуть со звуком, ребята, что вы такое-то? Давай, 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 хорошо. Все, жирная забивка. Колодец не делаем ни в коем случае. Нет, я колодец не делаю. Я беру свое шило и просто разрыхляю табачок по поверхности чаши. Дротик, я просто дротист профессиональный. Как часто дротишь? И вместо того, чтобы делать колодец, просто рыхлим по периметру чаши табак. Потому что прорези у Калауда, они вот здесь. Все, чашка готова, касание относительно хорошее. Нет. Ну ёп, Миша, поставь ее. Ёп, Миша. Фил вообще-то. Шикарно. Все, горячая колодка, посмотрим, как будет куриться. Снимаем. Мы готовы. Понеслась. Итак, это Сим, это Трёха. Команда низких забивок. Только низких, только хардкор. Забивки на донышке. Сегодня с вами, и, ребят, мы постараемся уделать вот этих ребят, показать, что такое делать низко и стабильно. Качественно. Жесткий Джон. Итак, начнем мы с меня. Это что у нас? Кока-кола ванила. Один из любимейших миксов Айка. И так совпало, что я знаю, как его надо делать. Совпадение? Да. Не думаю, да. Что вы работаете вместе? Совпало, да? Это совпадение. Все неожиданно. Все куплено. Итак, лалику. Я даже не знаю, я на глаз уже всегда беру, сколько тут его. Процентов. Процентов 80. Не, какой 80? Для низкой забивки это, ну, процентов 60, наверное. Чуть больше. Симптомичить тут будешь? Да. Я режиссер этого фильма. Я шеф-кальянщик этого заведения. Ладно. Это неправда. 5 рублей. А я друг учредитель. Ну типа бабушка 1005. А я тоже. А я Айка знаю. Блять. Я Антон. Мы ж не материмся. Сорян, ребят, сорян. Итак. Так, ну что, рассказывай, что ты? А я что-то уже практически все сделал. Итак, тут 60% лаликуя, спайс-чая процентов 10 и, соответственно, процентов 30 френч-ванила. Лаликуя, это, я как понимаю, лоло, да? Это лоло. Мне больше нравится называть его лаликуя. Куля? Алоликуни. Да. Итак, все это перемешиваем. Табачка у нас получится. Не, мы немного прижмем. Это не низко. Я согласен. Это пока еще не низко, ребят. По-моему, ручки. Вот так вот у нас работает. Тихо-тихо. А теперь смотрите. Самое главное. Надо придавить, да. Пяточная этот, забивка. Да. Да, нахуй, черный мультифрукт у нас есть. Подожди, я даже да, достану, он слева там. Что я как бы не пи***бол. Он очень крутой, кстати. Вот и все. Трёха, да. Чашечка готова. Достаточно низкая, никакого касания. А не будет тяга за форточкой? Напрямял очень сильно. Ты хочешь, чтобы я проверил? Да. Ладно. Итак. Нелюбимый панрас, кардамон. Так замечательно. Прёт, наверное? Да. Не, хочешь попробую? Да не буду я пробовать, так, Миша. Говно, да? Да, отличная тяга, интересно. Интересно. Все, я передаю микрофон Трёхе. Ой-ой-ой, я заберу это сам лично. Итак, ладно, я не буду пропускать его через себя, потому что я не очень в хорошей форме, чтобы показывать свою... Так,
Ребят. Трех сегодня работает. Ко мне пришли вкусы, которые я ненавижу, как бы это кашемир, гуава и персик, я не люблю в принципе. Он сейчас трех и, короче, на штраф нарвался. Давай, 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 снимаем. Итак, ладно, я пойду из других, как бы, соображений. Уберу кашемир, уберу персик и сделаю подмассаду. Что мы сделаем, собственно? Я ненавижу кашемир, гуаву в принципе. Ну, что поэтому... много берешь? А? Я... Сань, все нормально? Нормально снимаешь? Да. Ну, я что, ты что делаешь? Нам нужно купить силикон. Итак, я вымочил всю кашемир гуаву в воде, дабы убрать этот излишний противно мерзкий вкус. Вот такие у нас, конечно, вот, которые табак моют. Да, это я. Я не люблю кашемир гуаву, я ее вымыл. Я люблю мыть табак. Ты сейчас мы... Вкус, мог бы залить карьеру. Нет, не мог. Да. Задача... Нет, Сим делал свой, поэтому моя... мне осталось это. Будет? Мы сделаем просто пятерочку, стандартную, комфортную. Поэтому он подсушил там шею. Да, и мелко его режет. Спец, что сказать. Да. И все вот это вот вниз. Мы... Да. На донышко? Чисто на донышко кладем. Сим, а что у тебя по крепости будет? Что у тебя по крепости будет? Чего? Собственно, уложили просто нижним слоем эту отвратительный, этот мерзкий вкус. Он даже пахнет мерзким. Давай на 4 км покурим. У нас нет 4 км сейчас. Нету. Дальше мы идем вот из этого, ориентируемся. Это панмассала. Также я ее подрезаю. Но укладывать буду в 3 слоя. Эту забивку. Я не хочу смешения вкусов в данном случае. Что мы делаем с панмассалой? Мы укладываем ее по бортам чашки. Ты ювелир, Дима. Ну, это я. Сашенька, Сашенька, ты ювелир. Я столько лет не кончала, Сашенька. И теперь всю панмассалу мы мажем в борты. Ой, что-то я не то снимал. Руку то снимал. Руку мою снимал. Ребят, всю панмассалу мы размазываем в борты. Да, я просто близко сниму. В борты, чтобы она не лежала у нас поверх всего этого, а была чисто нотками. Ты сиропом, короче, да, ее как типа пропитываешь. А, я устал держать ноутбук. Пошли сядь. Немножко у нас покосился нижний слой, но это не сильно страшно. Собственно, вмазали панмассалу в борты, чтобы через нее просто не проходило воздуха и она не выдавалась так ярко, как она есть, потому что панмассала табак такой, который очень яркий. Берем Creamy Orange, подрезаем, чтобы было просто удобнее наложить, и все это закладываем поверх нашей забивки. Не сгорит? Нет, не сгорит. Не даст? Не даст. Просто нужно не... А, так... ты ж низко делаешь. Я конечно. Просто не нужно как бы переждать, главное не перегреть эту чашку и все будет клево. Главное притормозить. Пока остановка не стала последняя, естественно. Все так же мы приминаем табачок, делаем колодец. Колодец. А Симпсон не делал колодец. А я сделал колодец. А потому что ты красавчик. Спасибо большое. Так, вот оно, все, пожалуйста. Готово? Да. Вот она, забивочка. Подожди, можно... подожди. Сейчас я еще прижму, чтобы не было лишних вопросов. Вот такая забивочка. Да, все в порядке. Все? Да. Пойдемте ждать колодочки, и Айк посудит нас, посмотрим, что получилось. Итак, ребят, перед тем, как все 4 кэлыча будут взорваны и протестированы, мы с Джоном расскажем о том, почему я выбираю для себя низкую, почему Джон выбирает высокую. Джон, расскажи, почему высокая? Высокая забивка, более дымный, более яркий вкус, более насыщенный, и он курится достаточно долго. Есть, опять-таки, свои минусы, очень нужен хороший контроль жара. Очень не любит перегревов такая забивка, и перегреть очень легко. Если вы активный курильщик, то это забивка для вас.
Ребят, я же выбираю низкую забивку как раз из того принципа, что это стабильнее, забивка стабильная, которая не требует дополнительных затрат на то, чтобы бегать, контролировать жар, смотреть за ней. Ты просто сидишь и куришь. Это стабильное курение, одинаковое во все время. Да, у этой забивки есть минус свой, она очень долго прогревается. Эту забивку нужно греть овер 9000 лет, и можно, наверное, семью завести, там, дом построить, я не знаю, дерево посадить. А потом к старости это как раз покуришь, коля. Ну да, как раз. Вот, но я выбираю низкую забивку, я за стабильность. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Я люблю просто курить в одного и активно. Это да. Мне нравится. Ну, тут да. А тут уж посмотрим, что скажут ребята. А вы свой выбор сделаете, соответственно, после просмотра видосика. Ну что ж, дорогие друзья, 4 чашки у нас уже прогреты. Курим, пробуем. Пока комментируешь, что рано. Когда все попробую, тогда я скажу свое слово. Я сегодня как независимый эксперт, так удача сошлась, выиграл свой кубок первый. Мама, привет. И вот повезло с Айком покурить, попробовать кальяна, оценим. Ну, тут 5-6 было, тут вот так же примерно. Они вот эти два, ну, по крепости для меня одинаковые. Вот этот уже крепче. Какой? Вот этот. Вот. Без касаний, с касаниями. Тон там перегрет. Мне больше по вкусу вот эти два нравятся. Вот этот и вот этот. Итак, давай попросим еще кого-нибудь. Давай. Подключим еще одного гостя. Второй стол. Да кого? Здесь так все понятно. Чем, это просто гость из зала, мы его посадили, и сейчас протестим на него 4 забивки. Твоя цель просто попробовать получить все колено и сказать, какие тебе понравились. Ощущение, что он немножко покрепче. Но не он сильно. Есть покрепче. Но не сильно. То есть там где-то 5-6, это ну, плюс-минус 1. Я бы дал. Давай дальше. Вот это хороший, пока вот это больше всего нравится. Второй. Вот этот намного насыщеннее, чем первый. То есть по вкусу он намного больше. Ну а крепость такая же примерно. Плюс-минус там пол где-то, по-моему. Ты какой насыщенный сейчас? Мне кажется, он. Во всяком случае, гуава тут намного. Ну и там яркая гуава. Ну то, что это. Ну вот это намного лучше. То есть нет, дальше предпочтение вот этому и вот этому. Да, да, вот этому и вот этому. Они вот для своих вкусов. Но все равно на 1 балл впереди. Ну да. Ну да. Поздравляю, ребят. Ну все колена отличные при этом. Я не могу сказать, что я бы любой из них заказал. Треха и Сим в этом батле справедливо победили. Поздравляю. Спасибо. А с кем они батлились? Они друг с другом пипичками мерились. Друг друга победили. Спасибо, что смотрели наш видосик. Не было идеи просто соревнования, было просто идеи заснять что-то прикольное между собой. Just pull. Да, так что вам всем спасибо за просмотр, ребятки. Подписывайтесь на наш канал на YouTube Hookatime, на канал Миксологи, вступаем в группу ВКонтакте, все группы Hookatime Club, все инстаграмы. Здесь. Да, сегодня полная тусовка. Будьте с нами, будьте красавчиками, курите больше кальянов. Наслаждайтесь жизнью. Женщин. Любите женщин, да. Все, видите себя хорошо, слушаем мам, пап, ходим в школу, делаем уроки, поступаем в универы, стремимся к лучшему. Да, Фил? Да. Вот они, Джон, уходите, Джон, ты нас загораживаешь. Вот эти ребята, Да, тут же перегрели колено. Да не рассказывай. Вот она сила низких забивок, пацаны.